У вас ситуация, связанная с отношениями со свекрами у автора вопроса с именем Елена. Елена жила с мужчиной 19 лет. После его смерти она общалась с родителями мужчины, которые жили и живут в деревне за 200 километров. Обслуживают себя сами, но свекровь попадает в больницы из-за проблем со здоровьем. Не очень хорошее здоровье. И проблема у Елены в том, что свекровь начала высказывать ей недовольство, но непонятно чем. То есть чувствуется, что недовольство есть. Вот. Чем оно есть, что оно, чем оно обусловлено, неясно. Но свекровь грубит, вот, не слышит Елену, как будто бы предъявляет ей, к ней претензии по поводу ее профессиональной деятельности, что она не работает, вот. И после того, как по техническим причинам автор вопроса и ее сын не смогли поставить, значит, свекра, с днем рождения, не дозвонились. После этого и последующей вспышки негатива свекры не поздравили сына автора вопроса. И теперь она, автор вопроса, не хочет им звонить, не может себя заставить с ним разговаривать, не знает, о чем говорить. И спрашивает, почему просто нельзя вежливо общаться и решать возникающие вопросы по мере их поступления. Может, и я помогла бы чем-то. Ну, вот такая история. И вопрос еще один. Может, и правда забить и проще относиться? Может быть, и правда, действительно, можно забить. Но что, на мой взгляд, интереснее, так это то, что совершенно очевидно, у вас не получается забить. Вы не можете забить. Вы бы, может быть, и рады бы забить, но у вас не получалось. Почему-то вас эта история задевает чем-то. И свекров вы, ну, свекровь точнее, вы не можете не воспринимать всерьез. И вот именно с вашими чувствами, ощущениями, я бы, наверное, и поработал бы, поисследовал бы их. Может быть, научился бы выражать. У свекров есть серьезная проблема. Они чувствуют себя брошенными. И это нельзя исправить, это нельзя изменить.
такова жизнь. Я думаю, что в каком-то моменте вы сами с собой перестали быть честны. Я думаю, что вы не замечаете всей гаммы своих чувств по отношению к свекрови. И почему-то пытаетесь себя заставить с ними общаться. У меня вот вопрос, а зачем? Вам этого хочется? Я имею в виду с ними общаться. Или вам это для чего-то нужно? То есть вот как-то вот вам бы с мотивами поработать. Своего контакта с ними. Люди меняются с возрастом. И не в лучшую сторону часто. Как бы с этим ничего не поделать. Терпеть негативные отношения к себе вы не обязаны и не должны. Выслушивать какие-то нотации тоже. Поэтому здесь ваш мотив не ясен. Общего между вами и свекрами тоже, судя по описанию, не так, чтобы много. Ну вот, поэтому сложно, я бы сказал. Вот, сложно сохранить вот контакт, когда единственное связующее звено, основное, да, как бы оно исчезло, это мужчина. Да, скорее всего, у свекров, у свекрови может быть к вам были какие-то ожидания. То есть вполне возможно, что чего-то она от вас либо хотела, вот, либо что-то ей про вас наговорили, вот. Либо сама что-то решила, в общем, там гадать можно долго, но суть в том, что сейчас люди к вам не настроены, и насильно мил не будешь. Но вы как будто бы об этом забываете. Вот по моим ощущениям, как будто бы вы об этом забываете. И я бы обратил ваше внимание в первую очередь на данный аспект все-таки. Пусть им покажется, может быть, грубым, циничным этот аспект. Но зачем вам общаться с свекром? Ну вот со свекрами. Для чего вам с ними общаться? Чтобы что? Вам с ними общаться. Ну вот это, мне кажется, весьма важным моментом. Вот.
на который мне бы хотелось, чтобы вы обратили бы свое внимание. Вот. Это очень важно. Вот. Это очень важный момент. Вот как-то так. Пожалуй, я бы вам ответил на вопрос, который вы задаете. Вот. Вот. Пока это. На этом, в принципе, все. Я бы поработал с вашими негативными переживаниями, которые у вас есть. Если они у вас есть. Поработал бы с вашей болью, если она у вас есть. Понимаете? А дальше он уже бы смотрел, чего вы хотите. Ну, в смысле, для себя. Что вам нужно? Ну, в смысле, для себя, опять же. Вот. Какой-то такой аспект. Решать, конечно, вам ситуация неприятная. Но, к сожалению, нередко, к сожалению. Удачи вам, всего самого доброго, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго и удачи.